Им не страшны трудности и удары судьбы, самые психологически сильные знаки зодиака. Люди, рожденные под знаком этих трех зодиакальных знаков, обладают непоколебимым характером и прочной психикой, что позволяет им успешно справляться с любыми вызовами, брошенными им судьбой. Стрелец. Стрельцы, несмотря на то, что им приходится сталкиваться с невероятными испытаниями, как будто попадающими в сценарий психологического триллера, удивительно спокойны и хладнокровны. Они верят в правильность своего пути и ощущают мощную поддержку свыше, что делает их устойчивыми к человеческим трудностям. Стрелец видит глубокий смысл и высшую цель во всем происходящем и настойчиво движется к этим целям, с уверенностью в том, что делает что-то важное и полезное для мира. Скорпион. Скорпионы сосредоточены на защите своего собственного «я» и обладают сильными психологическими силами. Те, кто близок к Скорпиону, знают, насколько он может быть безжалостным по отношению к своим врагам и противникам. Этот знак осознает свою уникальность и часто использует эзотерические знания, позволяющие ему справляться с ситуациями, в которых обычные люди уже давно бы потерпели неудачу или отступили. Можно сказать, что Скорпион всегда готов к защите, он долго и тщательно готовился, анализировал и разрабатывал стратегии для защиты своей личности и своих интересов. Телец. Телец обладает огромной ментальной силой, которая проявляется в его устойчивости и решительности. Он верит, что если продолжать делать что-то на протяжении длительного времени, то результат обязательно придет. Если же результат пока не достигнут, то просто нужно подождать еще немного, ведь время еще не пришло. Настойчивость Тельца действительно впечатляет его противников, а непреодолимые преграды рушатся перед его наступлением. Можно сказать, что Телец достигает своих целей, доводя врага до истощения. Концентрация, фокусировка на результате и настойчивость создают почти непробиваемую броню этого знака. В заключение, каждый знак зодиака обладает своими уникальными психологическими особенностями и способностями. Стрелец отличается хладнокровием и верой в свой путь, Скорпион обладает защитной силой и эзотерическими знаниями, а Телец впечатляет своей стойкостью, настойчивостью и концентрацией на достижении результатов. Эти знаки демонстрируют сильные психологические качества, позволяющие им преодолевать жизненные трудности и защищать свои интересы. Важно понимать, что каждый человек уникален и воплощает в себе разные аспекты этих знаков, и развитие этих качеств может быть полезным для достижения успеха и самореализации. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.